Всех привет и правильно процент, продолжаем проходить эксклюзив по своему PlayStation, но она уже и вышла по компьютеру, если я так не ошибаюсь, но я это прохожу по своему PlayStation 4. Ну что, продолжаем, у нас за агента мы играем. Игра у нас оригами. Сейчас будем дальше продолжать, у нас будет интересно, если не ошибаюсь, четвертая серия. Запись мне слишком рано идет, даже заранее, потому что, как я сказал, я уже говорил по FIFA. Это уже будет уже очень поздно, что сейчас говорить. Ну что, смотрим, что у нас дальше продолжается, что это мы сидим, ждем. А это что такое? А, очки. Вот это, блин, технологии, скажу честно. Мячик погонять, нифига себе. Вот это игрушки есть. И у нас разряжается джойстик. Это просто эпичный момент. На него просто смотрит, как на дурака, да? А мы еще раз кинем. Нам все равно деваться некуда. Делать нам все равно нечего. Так, окей. Снимаем эти очки. Думаете, это надолго? Нет, он скоро закончит. А что он должен закончить? А вот он и заканчивал, да? Я ухожу, Шарлин. Отчеты просмотрю позже. Отмените все мои встречи на сегодня. Ладно. А, капитан, агент Норман Джейден из ФБР ждет вас. Джейден, конечно, мы вас давно ждем. Честно говоря, я спешу. Может, пойдете со мной? Поговорим по пути. Да, конечно. Я хотел представиться, прежде чем приступать к работе, но... Может, лучше в другой раз? Нет, лучше сейчас. Правда, у меня пресс-конференция. Да, блядь, сука, засвись здесь. Поверьте, устаешь думать каждый день, что им сказать. К счастью, сегодня новости есть. Вы уже видели Блейка? Да, сегодня утром. У него свои методы, но он хороший коп. Уверен, вы поладите. Вы умеете завязывать газ? Блядь, пиздец, как дурак. Может быть. Ну давай, погнали. Честно говоря, нам не очень-то нужна помощь ФБР, но пресса так и наседает. Дело мастера оригами в самом деле становится проблемой национального масштаба. В этой стране сотни убийц, но... Да, блядь. Этот маньяк оригинал оставляет цветы и... Эти. Пойди пойми, как пронюхала пресса, на нас словно свет клином сошелся. Мое дело отыскать убийцу. При всем уважении, сэр, остальное меня не касается. Нет. Ну что вы. Я жду, что вы добьетесь успеха и очень быстро. Пресса жаждет результатов, и надо подать их на блюдечке с голубой каемочкой. Хм, неплохо. Что-то со мной эта игра мне напоминает мафию. Показать вам ваш кабинет. Советую также заглянуть на пресс-конференцию. Она даст вам представление, какая у нас тут обстановка. Спасибо, сэр. Добро пожаловать, Джейден. Куда сначала пойти? Перри проводит пресс-конференцию. Интересно послушать, что он скажет. И где он находится, интересно? Здесь? Это карта, я так понимаю. Ну ладно, окей.
Что-то я не понял. А где мне эту пресс-конференцию-то услышать-то? А, вот она, да. Сюда, что ли, мне надо? Полиция делает все возможное, чтобы быстрее найти убийцу. Теперь вопросы. Да. Что так тихо, вообще ужас. Вы сказали, это может быть новая жертва мастера оригами. Расскажите подробно. Фигурка оригами была зажата в руке шестерки. На груди лежал цветок орхидеи. Лицо покрыто грязью, но на теле не обнаружено видимых следов насилия. Давайте. Убийцу зодиака так не смогли найти. Может быть, и мастер оригами не поймает? Думаю, это маловероятно. Пока убийца считает себя неуловимым, но рано или поздно он совершит. Не оставлял ли убийца сообщений, например, с требованием выкупа или каким-то объяснением своих действий? Нет. Он не пытался вступить в контакт, и все, что мы знаем о его мотивах, это сами убийства. Да. Говорят, что полиция не сразу обратила внимание на эти убийства, потому что все жертвы – мальчики из бедных кварталов. Что вы об этом скажете? Ерунда. Для полиции положение жертвы в обществе не имеет значения. Это так. Все жертвы мастера оригами были выходцами из самых бедных кварталов нашего города. Высокий уровень преступности в этих районах затрудняет последствия. Еще пару вопросов. Да. Ходят слухи, что ФБР прислало вам в помощь своего эксперта. Это так? Вижу, все уже в курсе. Да, мы направили запрос в ФБР с просьбой прислать эксперта для помощи следствию. Я полагаю, нет никакой необходимости специально оповещать об этом общественность. Говорят, что по приказу мэрии вся эта история замалчивается, чтобы слухи о серийном маньяке не повредили грядущей предвыборной кампании. Что вы можете сказать об этом? Пустые домыслы. Мэр ни разу не вмешивался в работу следователей, разве что с целью оказать посильную помощь полиции. Спасибо, все свободны. Еще вопрос, пожалуйста. Последний вопрос. Капитан Перри, еще один вопрос. Ну, послушай, а что толк мне дало? Так, Блейк где-то здесь. Может, стоит пойти поговорить с ним? А, если бы я знал, где он находится, кто он такой. Ну, я видел его сам в первых частях. А, вот он. Окей, я готов. Для начала можно обсудить подробности. Сейчас я немного занят. Обсудим это чуть позже, хорошо? не страшно. Дайте знать, когда закончите. Окей, что нам дальше, пресса? Это преступление уже на передовицах всех газет. Не просто будет вести расследование на глазах всех этих журналистов. Отличные часы. Мы дарим такие часы новым лейтенантам. Последние 20 лет всем, получившим повышение. Позволяет экономить время, и все бывают рады подарку. Вы тоже можете внести свой вклад. Нам немного не хватает. Передайте Ларри мои поздравления. Непременно, сэр. Капитан сказал, вы отведете меня в мой кабинет. Да, конечно. Идемте. Охуеть, с тобой круги наматывать, блядь, женщина. С ума сойдешь просто. Отличный кабинет. Это мой кабинет? Вас велели отвезти сюда. Если что, обращайтесь. Да, супер кабинет. И он, у него штанины грязные до сих пор. Так,
Пора поработать. Я себе выкинул все подряд. А, типа он обстановку свою новую делает. Ну, как всегда, всего очки. Шаг первый. Сменить кабинет. И как он поменяет кабинет? Вроде в космосе, а. Ух, нихуя себе. Вот это, блядь, в космосе. На Марсе живем, да? Не, не особо нравится. Давай это посмотрим. Вот это класс. Я вот что-то оставлю. А как выбрать? Ну, я выбрал, и чё? А, ну все, понятно теперь. Так. Зацепки. Так, анализ действий. Неизвестен. Нет данных, анализ действий. Замечательно просто. Зацепки какие-то есть, и что мне с этими зацепками делать, исследовать? Вероятно, машина убийцы Chevrolet Malibu 8.3. Ни отпечатков, ничего. Ни единой зацепки. Замечательный вопрос. А это чего у нас такое? Распространенный вид. Никакого толку. Ну ничего у меня не появилось, нифига. Так, окей, ну ладно, поработали мы, и что нам дальше? Понятно. Это нам ничего не дает, и значит какой-то из них по-любому даст. А оригами что даст? Ну это мы изучали уже. Короче, сбросить все. Не, подождите. Секундочку, вот это посмотрим. В городе один такой магазин.
Замечательно. Это мы нашли. Один магазин такой. Это то же самое, да? Нет, ничего у нас не будет. Самые обыкновенные. А, не есть. Их полно в любом магазине. Это супер. Значит, это мы что-то нашли. А вот это нам ничего не дает, да? Я говорю, данных нет. Значит, там магазин есть, это мне и есть. Но я хочу магазинчик вот этот. Вот он, один магазин. Замечательно. Хотя бы какой-то есть у нас. Зацепка это у нас появилась. Бросить все. Досье. Восемь жертв за 3 года. Мальчики. 9-13 лет. Ни следа насилия. Жертвы пропадают в общественных местах средь бела дня. Ни одного свидетеля. Жертв находят через 3-5 дней. Утонувшими. В дождевой воде. Так, окей. Исследование. Все тела обнаружили рядом с железной дорогой. И все жертвы пропадали осенью. Область действия убийцы велика. Он быстро осмелел и удалился от базы. Искать его таким образом бесполезно. Ну, окей, как скажешь. Так, это мы сделали, да, выбор. Тут что у нас? Открыть? Все как ритуал. Простите. Оригами в ладони, орхидея на груди. Всех жертв находили примерно через 6 часов после смерти. Значит, убийца топил их не сразу, через несколько дней. Допросили 3500 человек. Больше 100 подозреваемых. И ни единой зацепки. Убийца белый, возраст 30-45 лет. Уверен в себе, умен и решителен. Очень собранный, водит машину. Работает наверняка в свободном графике. Ну, конечно, данных нет по области. Все ясно. А, ну это неинтересно, пускай так и остается у нас. Так. Это мы все расследование, все поняли, типа того. А, начинается у него. Ну вот, началось. Надо пойти умыться. Мне это нужно, иначе я могу потерять сознание. Нихуя себе. А где тут туалет и ванна умыться? Спокойно. Спокойно. Я смогу. Я обойдусь и без этого. С вами все в порядке, сэр? Где туалет-то, блядь? Вот он, да? Никто. Никто не должен увидеть.
А это этот, который посредник, ну, который главный герой, мы сейчас будем играть. А, нет, не он, он сидит. Говорит о сыне. Пропавшем по-любому, что пропал сын у него. Это лейтенант Блейк, мистер Марс. Расскажите, что произошло. Сегодня днем мы с моим сыном пошли гулять в парк. Мы немного поиграли. Он решил прокатиться на карусели. Сел на одну из деревянных лошадок. Я на секунду отвернулся. А Шона уже нет. Во сколько именно вы пришли в парк? Попробуйте вспомнить точно, мистер Марс. Каждая мелочь имеет значение. Приблизительно в... А я не помню. Четверть пятого. Да, точно, четверть пятого, потому что при входе в парк я взглянул на часы. Во что сегодня был одет ваш сын? На нем была куртка. Блядь, я не запомнил нифига, я играю, блин, запись, блин, долго, заранее. Черная куртка. Нет, там не черная была. И еще штаны. Коричневые. Коричневые. Как же он умудрился пропасть у вас из-под носа? Разве вы не были рядом с каруселью? Да я не вижу. Я решил немного прогуляться по парку. Всего пару минут. Когда я вернулся, карусель уже остановилась, а Шон пропал. Вы были в парке сразу после школы. О пропаже сообщили в четверть девятого. Почему так поздно к нам обратились? Я пошел домой и ждал его там. Подумал, может, он пошел к другу и скоро вернется. У Шона не было никаких проблем, мистер Марс. Таких, чтобы сбежать из дома. Нет. Думаю, что нет. Не было проблем в школе? Или постоянных ссор между родителями? Мы с женой в разводе. Уже 6 месяцев. Но Шон не ушел бы, не предупредив меня или мать. Ладно. Больше вопросов у меня нет. Вы свободны, мистер Марс. Мы будем продолжать поиски Шона. Если возникнут вопросы, вам позвонят. Мог это быть мастер оригами? Слушайте, скорее всего, он просто сбежал и через пару часов вернется. А что, если это все-таки он? Тогда у нас есть 4 дня на поиски. Мало. Очень мало времени. Что-нибудь известно? Нет, пока нет. Но поиски продолжаются. Они думают, это мастер оригами? Пока рано об этом говорить. Но полностью исключить нельзя. Что стряслось, Итан? Как можно было его потерять? Как ты вообще мог отвернуться? Неужели это настолько сложно присмотреть за ребенком в парке? Зачем ты ушел, Итан? Куда? Мало тебе одного Джейсона. Извини. Случайно сорвалось. Я так волнуюсь. Я не вынесу это. Ха-ха-ха.
Да, хороший поворот событий, конечно. Это, скорее всего, оригами его украл. Это в любом случае. Так, мы теперь будем играть за детективом. Но при этом с этим детективом мы окончим. Эта серия будет очень коротенькая. На этой ноте мы заканчиваем. На паузу нажимаю, чтобы в магазин мы потом зайдем. В магазин потом зайдем за этого детектива частного. Так, на этом, я думаю, как я сказал, заканчиваю эту серию. Увидимся в следующей серии. Таких прохождений. Всего удачи вам и пока.